Медоед спокойно занимался своими делами. Нашел что-то вкусненькое и стал есть. После еды ожидал его самый неприятный сюрприз. Его окружили гиены. Хоть их и было много, но барсуку было все равно на них. А гиены очень редко проигрывают в сражении другим животным. Хоть и было численное преимущество, но смотрелись они жалко. Медоед, не обращая на них никакого внимания, пошел по своим делам.